Как я делаю сосиски в тесте, посмотрите мое видео. Может, кому и понравится. Сейчас я буду удивлять своего внука. Буду делать ему завтрак. Ну, как тебе, Никит, завтрак сегодня? Хороший. Нравится тебе такой? Никита так разукрасил, да? Такой. А сам выбрал сосисечки с макарошками. А всю зелень. Сегодня мы будем готовить из вот такого теста слоеного дрожжевого сосиски в тесте в разных вариантах. Thank you.